20 муромских семей сегодня отпраздновали новоселье. В новостройку на Первомайской переехали жители двух аварийных домов с улиц Набережной и Калинина. Новоселов лично поздравил глава округа Муром. Евгений Рычков вручил им ключи от квартир и стал первым гостем. Подробности в сюжете. Будний день стал праздничным для 20 муромских семей, которые сегодня получили ключи от новых квартир. Их лично каждому вручил глава округа Муром Евгений Рычков. По традиции первый порог переступила кошка. Ох, как хорошо-то! Построенный благодаря программе «Ветхое жилье», дом на улице Первомайской стал первым многоквартирным домом, предназначенным для переселенцев из ветхого фонда. Сегодня свои старые квартиры покинули жители дома Набережная 34 и Калинина 25. Коммуналка на Калинина, из удобств электричества и холодная вода. В этом доме жили поколения семьи Сергея Константинова. К родителям, ездили, к друзьям, баня и так далее. Ну, у вас там, что, там у нас водонагреватель стоял, ну... Четко как-то справлялись с этой ситуацией. В каждой квартире нового дома полностью оборудованный санузел. На кухнях электрические плиты. Качество ремонта глава округа Муром Евгений Рычков проверил лично, посетив около десятка квартир. Пластиковые стеклопакеты. Полностью завершена внутренняя отделка дома. Наклеены обои, на полах уложен линолеум. Как говорится, въезжай и живи. Очень хорошая квартира вот эта. И места намного больше, и вообще тут... Ну, намного лучше. Полностью оборудованные однокомнатные квартиры получили даже владельцы комнат в коммуналках. Согласно закону, метраж нового жилья не должен быть менее 27 метров. Вот, конечно, вот в такие условия прям уже прям до слез даже. Просто удобство еще тоже самую важную роль играет. Каждая квартира отличается планировкой, потому как изначально жители имели в собственности разное количество метров. Спасибо вам огромное, что нас не оставили с нашими проблемами, помогли нам. Сегодняшнее новоселье стало возможным благодаря своевременной и активной работе администрации округа. Сегодня в Мурме работает около десятка жилищных программ, благодаря которым за 4,5 года жилые помещения и денежные сертификаты получили 246 муромских семей. За 4 года, вот благодаря этой работе, мы предоставили 246 квартиры и сертификатов муромским семьям. То есть практически, если перевести тут такой вот на календарный язык, то каждые 3 дня мы выдавали по одной квартире. Это молодые семьи, очередники, аварийное жилье. Поэтому сегодня в городе мы уже работаем по 10 программам. Это очень много, и практически не осталось федеральных программ, в которые мы не вошли. Поэтому и ветхое жилье, аварийное жилье и социальное жилье. По всем программам работаем, поэтому такой неплохой результат мы и достигли. А вскоре счастливые новоселы обзаведутся соседями. В декабре этого года будет сдан в эксплуатацию еще один 3-этажный дом, строящийся рядом по программе «Ветхое жилье». Превосходно! Словами высказать. Превосходно! Ольга Кирешна, Александр Барсуков. Новости Муром.